В Азербайджане началась реализация нового пилотного проекта, предусматривающего реконструкцию или строительство библиотек нового поколения. Впервые это осуществлено уже в филиале номер один Центральной библиотечной системы Сабунчинского района города Баку библиотеки имени Шахрияра при Главном управлении культуры и туризма столицы. Теперь это учреждение культуры будет именоваться как «Дом книги». Это только первая ласточка. Дома книги будут организованы и в районах Баку, и в регионах страны, сказал в своем выступлении на торжественном открытии дома министр культуры и туризма Абульфаз Караев. Глава нашего государства Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание вопросам развития культуры, и поэтому у нас много позитивных результатов в этом благородном деле. Глава исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев, депутат Мили Меджлиса Фазиль Мустафа поздравили жителей поселка с таким замечательным подарком, как Дом книги, который, несомненно, будет способствовать развитию кругозора, интеллектуальному росту детей и взрослых поселка. Абульфаз Караев разрезал алую ленточку, что символизирует собой открытие Дома книги, и начинает знакомиться со структурой этого учреждения. Министру показали очень доступно расположенный книжный фонд, который насчитывает около 5000 книг, современные компьютеры. При этом было отмечено наличие скоростного интернета, зоны Wi-Fi. Это, конечно, поможет читателям получить обширную информацию из самых различных областей знаний. Понравился руководителю министерства и образовательно-досуговый центр. В своей беседе с журналистами Абульфаз Караев назвал современным и правильным совмещение в Доме книги библиотеки и центра в часы досуга. Здесь можно выбрать хорошую книгу и записаться в клуб по интересам. Причем здесь будут рады всем, и детям, и взрослым. А главное, Дом книги принесет большую пользу жителям поселка, сделает их жизнь более интересной, разносторонней и содержательной, заметил Абульфаз Караев. Действительно, в самое ближайшее время здесь заработает великое множество самых различных кружков. Наш образовательный центр, там, значит, кружки будут разные для детей, малышей, для взрослых. Будут шахматные курсы, потом дошкольного для детей младшего возраста. Танцевальные там будут, и наши танцы, и будут там гимнастика. Еще у нас рисование есть там. Рисование, ну, можно там и дети, и старше, постарше тоже могут заниматься. Вот пока что так. А в дальнейшем, в будущем, еще вот потребности, если будет, еще дальнейшие разные кружки тоже будут. Thank you.